В Иванове завершился турнир по футболу на призы Ивановского областного фонда развития футбола «Кожаный мяч» среди юношей 2007 года рождения. За победу боролись 20 команд из 15 городов. Четыре дня подряд от рассвета до заката шли матчи. В итоге участниками полуфиналов стали Ивановский текстильщик 1 и Вологодская команда с Дюшор номер 3, а также Владимирская торпеда 1 и Ярославский Шинник 1. Оба матча завершились ничью. Исход решила только серия пенальти. В итоге у текстильщика 4 место. В финале встретились «Торпеда-1» из «Дюшор номер 3». «Торпеда» – первое место, второе – «Вологда», тоже по пенальти они проиграли. И третье место – «Шинник Ярославль». Но в полуфинале мы по пенальти проиграли команде из «Вологды», но немножечко не повезло. Мальчишки, может быть, перегорели, много было зрителей, так что немножко не хватило немножко чуть-чуть. Впереди юных футболистов ждет основной турнир «Детская футбольная лига». Она состоится в июне. Состав участников будет утвержден в скором времени.